Невероятно. Мы тут не первые. Черт. Видимо, Целус на это среагировал. Мне жаль. Правда. Ты вложил в... Сил. Если б ты знала. Не вини себя. Ну ничего. Это мне урок. Вернусь и перепишу программу. Целус переродится. Ты не согласна? Не веришь мне? Надо смотреть вперед. И в первую очередь надо выбраться из этого места. Что это? Почва просела. После толчков. Похоже на вещи археологов. Кто-то изучал эти руины. Может, включим лампы? Солдаты нас смогут найти. Он все еще работает? О, да. Нужна солярка. Поищем тут. Где ты, Ник? Надеюсь, ты цел. Что? Не расслышал. Так, черт, целая гора фейерверков. Всем позывным, это Кинг. Кто-нибудь слышит? Прием. Надеюсь, мы его запустим. Взгляни на это. Разброс нешуточный. Отдает отчаяньем. Они очень не хотели кого-то сюда впускать. Кинг, всем позывным. Меня слышно? Прием. Они вели каталог находок. Где-то. Такое чувство, что даже иракцы не знали про это место. Зачем им это? Эрик, оглядись. Что-то не так. Ну и громадина. Не знаю, как я мог так ошибиться.
Эрик, посмотри-ка. Откуда здесь пулемет? Он времен Второй мировой. Тогда здесь и были археологи. Что здесь случилось? Такую громадину должны были найти давным-давно. Надо срочно включить эти лампы. Я ничего не вижу. Не жалеешь, что не запросил поддержку? А, мысли мои читаешь. Тут есть эхолокация. Это что-то про летучих мышей? Что там? Симптомы? Или признаки? Я точно не знаю. Интересно, как там остальные? В порядке. Они не промах. Не пропадут. Может, стоило попробовать вылезти из этой пещеры? Раз эти люди сюда попали, должен быть другой выход. Местные боялись этих гор. Я понимаю их. Тут еще до хрена динамита. Зачем им так много?
О, пригодится. Храм должен был задобрить богов. Сентября 1945 года. Когда леди Брэдшоу зовет, ты являешься. Мы с Мэри собирались в свадебное путешествие, но приглашение отобедать с одним из самых известных антикваров Британии было слишком заманчивым. На Брэдшоу была брошь, которая привлекла внимание Мэри. Шумерская реликвия, найденная на раскопках в Хашимитском королевстве Ирак. После обеда она показала нам еще одну находку оттуда же – золотую табличку с клинописью. По ее словам, это последний фрагмент карты гробницы Александра Македонского, поиском которой она посвятила всю жизнь. Если она права, гробница находится где-то на границе между Сирией и Ираком. Леди Брэдшоу хочет, чтобы мы возглавили экспедицию. Я только сейчас осознал, что наш медовый месяц пройдет на раскопках в горах Загрос. Мне вдруг стало немного неуютно. Что с ними случилось? Эрик, помоги мне с канистрами. Ну, хоть с этим повезло. Как твоя нога? Что? А, ты о протезе. Ногу я потерял на трассе. Хватит. Мне еще стыдно. Я много на тебя взвалил. Знаю. Авария не твоя вина. Ладно, за работу. Посвети на бак. Черт. Что там? Трубка износилась. Клапан протекает. Это чинится? Перед запуском надо заклеить трубку.
Наверняка тут что-то есть. Готово? Готово. Ты была не права тогда. На базе. Это в чем это? Ты сказала, все по-прежнему. Но я изменился. Все то время, что мы были порознь, я думал о тебе. Ну а ты, Рэйчел? Хоть немного. Я сказала, как есть. Все закончилось, когда в нас врезался грузовик. И это не изменит. Я с этим не согласен. А я в этом уверена. Держи трубку. Все. Помоги мне с панелью. Только взгляни. Сдохли. Мы уже 100 лет вместе ничего не делали. Но кажется, это было вчера. Почему мы расстались? Ты не оставил мне особого выбора. Я был неправ. Мы же не думали, что так надолго исчезнем из жизни друг друга. Весь прошлый год я был так занят Целусом, ничего не замечал. Больше похоже на отмазку, а не на извинение. Это правда, вот и все. Херня! Ты даже не знал, заработает ли Целус. Рэйч. Ну, говори уже. Мне тебя не хватало. Очень сильно. Тогда мы оба наломали дров, но сейчас все куда проще. Ладно. Спешить некуда. Все еще впереди. Заработал. Раз эти люди сюда вошли, мы найдем выход. Осмотрим все. Лучше в обход. Сюда.
Вперед! Идем. Тут есть удобные точки для обороны, но в целом продумано так себе. Эрик, посмотри-ка. Он работает? Давай это выясним. Пленка спуталась. Думаю, это поправимо. Когда ты сняла кольцо? А что насчет тебя? Вот. Рядом с сердцем. Ты хороший, Эрик. Может, слишком. Я помню, что оно для меня значит. Но, может, уже поздно. Хватит, Эрик. У меня другой. Я знал. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы выступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире, как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Эй! Черт! За херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Кинг, это главный ястреб 2-1. Повтори, прием. Кинг, это главный ястреб 2-1. Как слышно? Блядь!
Тут все всегда через жопу.